Территория под строительство административно-делового центра Туркестана уже определена. На ней будут построены объекты культуры, образования, торгово-развлекательные центры, а также современный спорткомплекс и пятизвездочный отель. Чтобы покрыть полную потребность в жилье, также строят дома за счет частных инвестиций. Сейчас в разработке план строительства административно-делового центра Туркестана. Мы предусматриваем здания для управления и территориальных объединений. Население нового областного центра составляет 160 тысяч человек. Прежний генплан разработан с учетом проживания всего 50 тысяч человек. И это при том, что по подсчетам специалиста за короткое время Туркестан может стать городом-миллионником. Композиция в центре парка символизирует единство, то есть это дружба народов под одним шанраком. Грандиозная стройка уже началась. Один из строящихся объектов при въезде – турецкий сад. Жизнь жителей Туркестана изменилась. Теперь у нас больше возможностей, особенно для молодежи. Проводятся различные мероприятия. Началась большая стройка. После утверждения генплана туркестанцев ждут масштабные проекты, а это значит, что откроются новые рабочие места.